Кинуть не оставит. Привычка к постоянному движению постепенно превращается в жажду тяжелого труда, в желание многое делать своими руками, чего так не хватает нынешней молодежи. С завершением посевной закипела работа над новым храмом. Почти незаметно вырыли котлован и залили фундамент. Конечно, братьям физически тяжело. Был бы монастырь с вековой историей, здесь царила бы задумчивая тишина. Но пока все иначе. 12 лет для монастыря – мальчишеский возраст. Но братья радуются. Они первые. Не гордость, а радость. Гордость, возможно, не самое главное и хорошее чувство. От гордости до спеси и чванства рукой подать. Поэтому только радость. Хорошо в этой жизни купить квартиру, еще лучше построить дом. Счастье родить сына и посадить дерево. Но еще важнее – построить храм. Когда-то храмом называли самого человека. Теперь уважения меньше. Но все равно надо построить, пускай маленький, но свой храм в душе. И твердо знать, кому поклоняться и у какого алтаря служить. Строящийся Свято-Троицкий собор, 11-й по счету, возведенный отцом Михаилом за свой недолгий век. Предыдущий стала церковь в Баянах при женском монастыре, обновление которой выпало на конец сентября 2006 года. Освящение даже небольшой церкви в селе напоминает обряд крещения. Алтарь запеленали, как младенца, в шелк и бархат, и всем миром отслужили благодарственный молебен.